Неспелая. Привет, Сэм. Привет, Мэгги. Как проходят уроки? Он схватывает все на лету. Что это у тебя здесь? Переспелая. Ублюдок. А ну стой. Стой, говорю. Алекс, давай в обход. Задержи его. Где Дэнни? Дэнни! Спелый. Сматываемся. Дэнни! Это дыня спелая. Дэнни, помнишь, я тебе говорил, что мы с Викторией не любим задавать лишние вопросы, и что человек сам на них ответит, когда придет время? Помню. После сегодняшнего случая в супермаркете мне нужны ответы, и я вряд ли смогу их получить, не задав тебе вопросы, понимаешь? Ладно. Итак, в супермаркете те ребята устроили потасовку. Ты ведь видел это? Да. Но ты на это не отреагировал? Нет. Ты не испугался? Нет. Вообще-то обычно, когда люди оказываются в подобной ситуации, они пугаются. Но они же на меня не нападали. Ладно. Тогда еще один вопрос. Когда ты впервые попал к нам, ты был сильно ранен. Как это случилось? Я попросил пианино. Кого ты об этом попросил? Своего дядю. Так у тебя есть семья? Нет. Ты же сказал, что у тебя есть дядя. Он умер. Пойдет? Чудесно. Ну что, готов? Да. Боже. Ты в этом выглядишь очень смешно. Скорее, я хочу пить. Здесь ей место. Где? Вот здесь. Да. Здесь ей место.